Прежде всего, мы очень рады, что вся команда собралась вместе, и мы можем приступить к сборам. Пауза на отпуск была довольно продолжительной. Игроки вернулись полными энергии и с нетерпением ждут, когда смогут вновь приступить к тренировкам. Мы будем очень интенсивно работать на этих зимних сборах. Вчера команда прибыла в Испанию, и мы все очень рады тому, что наконец-таки начинаем тренироваться на поле. Впервые команда сможет на протяжении 5-6 недель неотрывно, последовательно готовиться к предстоящим играм в чемпионате. Мы наконец-то сможем пройти полноценные сборы с командой и подготовиться как следует к рестарту чемпионата. Когда я только приехал в Россию, через 2 дня у команды состоялась первая игра под моим руководством. А сейчас у нас есть возможность детально и глубоко проработать все игровые принципы и заложить весь игровой фундамент команды. Конечно, для команды это в некоторой степени вызов, и от команды потребуется проявить силу характера для того, чтобы успешно пройти 5-6 недель этих долгих сборов. Конечно, нам надо будет найти правильный баланс между физической нагрузкой и оптимальным восстановлением для игроков. Это касается как физической составляющей, так и ментально-психологического состояния игроков. Команда запланировала на этих сборах провести 5 контрольных матчей. Скажите, вот для вот этого количества времени, отведенных на тренировки, это оптимальное количество в данном случае? Это будет зависеть от того количества игроков, которые будут находиться в моем распоряжении и будут готовы отыграть тренировочные игры. Мы планировали от 4 до 6 игр на сборах, решили остановиться где-то посередине. Будет в итоге 5 запланированных игр. Думаю, этого будет достаточно, чтобы внимательно изучить игровые моменты и получить информацию о том, как команда прогрессирует и как воспринимает и воплощает в жизнь новые игровые принципы. Но хочу подчеркнуть, что во время сборов каждая тренировка имеет такое же важное значение, как и игра.